О, собака красивая. Ну, а у нас закидушка. Магнит кидаем. Пошло дело, давай. Все, сейчас рыбачить будем. Тянем, потянем. А вытянуть не можем. А они у меня, вот они. Что, нету? Нет, что-то есть. Что это такое? Камень. А? А, гвоздь. Не, ну гвоздь, ладно. А что камень-то магнитится? А? Почему? А может, это не камень вовсе? Это метеорит, может? Действительно, смотри, ты как камень... Ну-ка, другие камни магнитятся. Да прям что-нибудь магнитится-то. Эти не магнитятся. Ты, слушай, ты его оставь. Сейчас, подожди. Исследовать надо. Ты, ну это камень. Ну может там эти... Там поди внутри что-нибудь древние, у него есть. Древние греки там что-нибудь оставили? Ну в смысле... Древняя которые... цивилизация. Да, нет, древняя цивилизация. Да. Я их просто греками да. Называю. Да, интересный случай. Ну. Только еще раз дай при... поди что-нибудь... Так а тут смотри, тут дыху я... Да подожди, 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 подожди. Ты смотри, да он сильно магнитит, прям ну. По-черному. Я его в карман положу. Кино создай, Я его в карман положу. Вот этот камешечек. Он же просто так не может магнититься, правильно? Значит, что-то у него внутри есть. Будем делать, поглядеть. Ну, а мы дальше кидаем. О, еще дальше. Ну, давай, тягай. Интересный случай. Надо его в отдельный карман положить. Гвоздь. Ну все, ребята, демократы отрыбачили. Поймался. Не отпускается. Ни по какому. Уже и вверх ходил. И так дергал всяко разно. Не хочет. Спасательного круга нет, но есть лодка. Сейчас поедем за лодкой. Спасательное средство привезли. Сейчас будем качать, вернее уже качаем. И поедем спасать магнит, если получится. Где-то вот здесь, под льдиной. Магнит. Магнит спасен. Спасен магнит. Второй сегодня у нас заброс был, и все они у нас неудачные. Первый мы магнит вот этот вытаскивали с моста, потому что так мы не могли выдернуть. Сегодняшний день не наш день. Не наш, не наш, не наш. Ну наплавались зато, накатались. Ну все, лодка сохнет у нас. Мы тут все раскидали по всему берегу. Вон, магнит тоже сохнет. Веревка от на магните сохнет. Это сумка наша. Сегодня вообще хорошо, тепло, жарко прям. Сейчас перекусим чуть-чуть. И дальше пойдем. Вон солюшка у нас есть. Водичка есть. Еще ништяк. Вован уже свой дневной паёк снямнямкал. Что будет делать на работе ночью? Прям не знаю. С голоду помирать будет. Не будешь помирать? Ну все. Всех победили. Вот такая речка у нас. Бежит, течет своим. Все своим чередом. Сегодня, говорят, праздник какой-то. Благовещение. Вот. Птичка гнездо не вьет, а мы на речке почему-то. Не надо было сегодня нам идти никуда.
Ну, как-то так. Всем пока.